Как в сказке скрипнула дверь. Оп! Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мы как бы подобрели. Использование тяжелых органических средств, когда они попадают в пост. Они нашли нашу коробку с кислотой. Ригард, да. Как обычно, в общем, заводит дискотеку. Заказ песни! Заказ песни, заказывайте. Да, караоке любую песню, какую мы выбираем? Фрэнка Синатра. Фрэнка Синатра, не-не-не, чуть русскоязычная. Лучше на повар сдавать. Отлично. Что? Отлично, и русская песня. Лучше золотого, хорошо. Ну, это известное, да. Слышь, вот, здесь можно увеличивать, как оказывается. Да, здесь можно увеличить. Ты телескопия? Да. Песня друзей. Давай, нам подушать. Я тебя отперископил. Ага, это я тебя первый отперископил. У меня 280 человек тебя перископит. Ой. А у меня 28. Да, никуда не лезь, ты будешь сейчас с нами петь. Перископит одного твоего. Реально, ребят. О, давай. Ничего на свете лучше нету, чем родить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые. Забудем. Вес и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ребята, Мишка Кляйвус. Спасибо. Великаны, наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Угар! Жесткий угар! Видите, завтра, скорее всего. Спасибо! О, нормально! Вот это еще нормально. Да, у нас отлично вообще. По-любому. Что, 26 человек? Да, всех с Рождеством. Черный ход обещаю. Рок-н-ролл, детка! Эксклюзивный танец от киборга Ригерта. Жил-то был за рыбом, за углем. За углем? И что там ненавидел весь дом и проход ноги. Вот. Только песня совсем не о том. Я не пью, я пою. Как приладили люди с котом. И вот сейчас. Говорят, не повезет. Если черный кот дорогу перейдет, а пока не повезет. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета. Прогоняют на дороге кота, только песня совсем не о том, как охотится двор за котом. Говорят, не повезет, если что.
Чорненько дорогу перейдем, а пока на ворот. Заголовская школа, блядь, караоке. На выезде. Говорит, покажите Ешанькина. На первом свидании говорил о балете, в газете, как устроен мотор. Дар-дар, вот так 4 литра. Сказал, что слов не бросает на ветер, потаял сердце мое. Однако... Чуваки, я вам показываю, чтобы вы этого не видели. Здесь должен появиться, значит, цензура. А дальше бывает лучше фильм. Перископ дербанишь, блин. Да, конечно. Всем привет, что я, рыжий, что ли? Чё, серьезный ассортимент. Томми Конан, штангист, да? Да, походу. Влад! Томми Конан, да. А Томми Конан, штангист? Да. А чё, он по бодибилдингу выступал? Он... Тип вообще красавчик. Он был... по бодибилдингу, да? Да-да-да, он был штангистом. А я думал, что он толстый. Причем штангистом он на мирах выступал. Какие на мирах? Он двукратный олимпийский, двукратный олимпийский чемпион. Томми Кона двукратный олимпийский. А, я перепутал с этим, с Боло Янгом. С Боло Янгом? Томми Кона с Боло Янгом перепутал. Да, нет, бывает. Откуда? Американ? Японец, наверное. Передай Клокову привет. Шпаку и Клокову передай привет. Спасибо. Спасибо. Перед этим гумасиком. Юрий не выдержал пытку инстаграмом. Сига, сига. Сыга-сыга! Ну, Воля! Привет! Великая сила, всем привет! Мы стараемся попить, но с нашей болезнью что-то голосу нет совсем. Ребята, привет! Мы орали на чаек, поэтому петь уже никак. Привет! О, видишь, ничего себе! Ребят, у нас были потрясающие каникулы. У нас сегодня заключительный вечер, когда мы собрались поужинать, да, и все вместе пообщаться, попить караоке и дружеское сделать фото. Я думаю, что мы завтра с утра сделаем фото дружеское, такое все в этих майках. Такое. Спасибо Диме Клокову, на самом деле, Лене Клокову за то, что они сделали нам потрясающие каникулы спортивные, о которых вы наблюдали на протяжении 12 дней, жили вместе с нами, обсуждали нас, где-то лайкали, дизлайкали. Но для нас это был очень хороший опыт еще раз, да. И наконец-то даже, если честно, скажу про себя, что на прошлых каникулах у меня был перелом копчика, и я вообще ничего не делала. А здесь хотя бы немножко потренировалась, мне было очень интересно в плане штанги поднять. Скажи, твое мнение о штанге? Мое мнение о штанге всегда было хорошим. Вопрос в том, что... Ты попробовал как-то? Нет, с точки зрения технической, я не понимал, что такое тяжелая атлетика именно, да? То есть я занимался как качок, да? По своим методикам, по своим техникам. А это совсем другая уже жизнь. Но Дима Клюков помог тебе? Да. Не то, что помог, он меня ввел просто абсолютно новый вид. Так что, ребята, подписывайтесь на канал Дмитрия Клокова, и у него очень много интересных роликов, когда он действительно рассказывает, как правильно надо исполнять эти упражнения. Ладно, не будем рекламировать. Поговорите с Димоном. Ребят, я очень рада, что вы подписаны на Димона и поддерживайте его, пожалуйста, всегда. До свидания. Война. А мы продолжаем караоке. Минутка красоты и серьезности у нас закончена. Борода! Да. Мы продолжаем бородатое караоке. Главный солист у нас пока заправляет кока-колой. Скоро будет здесь. Через ты меня.
Вот. Там сюрприз для меня идти. И согрета. У нас сегодня караоке. Кто живет по законам другим и кому умирать молодым, он не помнит суда и слова нет. Он не помнит ни чинов, ни имен, не способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть с опаленной звездой по имени Солнце. Что может повлиять на человека, которому 33 года, их таких двое, и еще вот один? Чтобы просто петь... Ему тоже, кстати, 33. Где-нибудь на острове петь замечательные песни, набирать лайки и радости. Всем привет. Димону снова 33. Че, здорово, народ. Как дела? Нормально. Нормально. С бокалом. Спасибо. Спасибо. У нас у вас тоже нет слуха. Спасибо. Песня «Актуалочка». У нас 16-й год. Это вечеринка. Так все от тебя отпишутся. Ты общайся с подписчиками. Я. Что ты его концерт устроил? Так, случайный вопрос. Или они требуют концерт? Вместо тепла, зелень стекла, вместо огня дым. Русские вечера в Таиланде. Ладно, I'll be back, чуваки. Красное солнце сгорает от лампы.